В северо-восточной части Китая течет обширная и спокойная река Хэйлунцзя, которая тесно соединяет Китай и Россию, две крупнейших страны Евразии. Хэйхэ, как китайско-российский город-близнец, спокойно стоит на берегу реки Хэйлунцзя и демонстрирует свои неповторимые очарования миру. Это открытый и инклюзивный город, в котором сочетаются мультикультурность и европейский стиль. Он пользуется рядом почетных званий, таких как наилучший туристический город, национальный город здоровья и китайский садовый город. Он известен как город с китайским и российским обаянием. Это пограничный город, в котором я живу и учился 4 года. Хэйхэ – один из первых открытых городов на границе Китая, буквально смотрит через реку на своего близнеца – русский Благовещенск. Города находятся на расстоянии всего 640 метров друг от друга. Этот город не только с природными богатствами, пейзажами, но и является международным городом. Здесь постоянно проводятся разнообразные культурные мероприятия между Китаем и Россией. Строят китайско-российский мост через Хэйлунцзя. Хэйхэ использует свой уникальный образ, поддерживает дружбу и развитие Китая и России, передает счастье и ожидания народов. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в нашем очаровательном и прекрасном Хэйхэ.